Вот, да, я зашел на твой канал. Как тебе блядь, канал? Хэппи Крафт. У тебя два видео, да? Сука, бесит уже, нахуй, блядь! Чё орёшь? Не надо, пожалуйста! Чё сидишь опять здесь? Играю просто! Чё играю? Ты уйди отсюда сейчас! Удалю сейчас всё, твой канал нахер отсюда вообще! Не думай! Уйди, сказала! Блядь, не надо! Отойди! Ушел, сказала, сейчас, вот, сейчас, ага, сейчас, где тут? Убери руки, говорю, а! Настройки, сейчас, подожди, сейчас все удалю, а! Да уйди, убери, все, там, вот, все, все, удалить, все, удали сейчас канал, твой Хэппи Крафт! Все, блядь, заебал столько уже тут компьютером со своим! Ну что, блядь? И он реально, этот канал был закрыт, он недоступен, конец ему, все, его нету в поисках, ха-ха, мам удалил. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж. Сегодня мы продолжаем снимать антигриффи шоу. На самом деле, сейчас жду звонка, жду одного гриффера. А, он живет высоко в доме. Он сказал, что он, короче, это, приютит меня, там все дела. Ну, как это всегда по стандарту, по схеме бывает, сейчас я его на самом деле жду. Жду его, я все время стою здесь на сервере своем, поэтому все заходите, все всегда ждут. О, звонит. Алло. Алло, это тебя надо было приютить? Да меня надо было приютить. У тебя есть какие-нибудь вещи? Данкит бомб, хитстар? Не, у меня есть броня есть у меня, значит, это алмазная броня, ботинок только нету, а так все алмазное. И мяса очень много, кстати, с опытом, опыта у меня много прям. Ладно, ты поехал сейчас домой, сейчас тебе все объясню и потом покажу тебе свой канал, как я снимаю видео. Канал свой покажешь? Ух ты, ботиночки, теперь у меня ботиночки есть. У тебя канал есть? Да, есть. Какой канал? А что ты там делаешь? А, это реклама. Просто канал у меня называется, блядь, Хэппи Крафт. Хэппи Крафт? Ну да. А что ты там снимаешь? Ну, всякие видео, такие как там обман. Ну, короче, как там все летсплей и все такое. А, понятно. Так что, кол пропишешь? А, я думаю, сейчас ты ко мне, блядь, пропишешь. Давай, ты поехал сейчас, все объясню в доме, потом скину свой канал. Давай, давай. Барби. Я забыл твой ник, на Б как-то. Борис, все, я кол прописал, давай. Рецепт. Вот, да, я видел твой дом уже просто. А что у тебя там, член? Неважно. Пошли, блядь, наверх, сейчас все покажу. А канал твой, ты искал канал, покажешь? Ой. Да, покажу. Слышь, не бей меня. Я случайно, у меня тачпад просто работает, правда. Я на ноутбуке играю, и порой я ничего не... Я нажимаю левую кнопку мыши. Ты куда мне скинешь? Скайп скинешь? Ну, конечно, скайп, потому что в чате иногда бывает даже не глубоко засекреченное. А, ну давай туда. Так, сейчас у меня ютуб тут выйдет. Так. Ну давай. Так, вот, все, копирую ссылку сейчас. Давай, кидай. У тебя красивый дом, хочу тебе сказать. Вот этот член, конечно. За это, конечно, спасибо, но за член не думаю даже играть, даже, да. Мой плохо. Ты скинул. Все, сейчас подожди, дай я зайду посмотрю. Вот, да, я зашел на твой канал. Как тебе, блядь, канал? Хэппи Крафт. У тебя два видео, да? Ну чувак, да, обманул на вещи, краш сервер шоу, да? Ну да, иногда сервера даже умею. Ну у тебя 6 подписчиков, как бы. Да, 6 подписчиков. Ну, круто, в принципе, молодец, всегда нужно развиваться. Ладно, я посмотрел его, сейчас обратно зайду в майн. Ну чё, классный у тебя канал, ты где? Вот. Вот, пошли, блядь, сейчас верхний этаж, блядь, показывать буду. Давай. Вот мой верхний этаж. Кстати, хочешь сыграть в мини-игру шашки? Если ты выиграешь, то ты живой. Я тебе отдаю дом. Если я выигрываю, тогда я тебя убиваю и все вещи мои. Ты мне даже целый дом отдашь? Да, если ты выиграешь. Давай, давай. А где шашки? Как играть? Сейчас я тебе покажу. Давай. Так, пошли вниз. Пошли. Ну, в принципе, ты слышишь, не бей меня. Да я случайно тебя бью, у меня тачпад просто. Хватит меня бить. Да тачпад просто. Хватит. Реально тачпад, я не виноват. Смотри, вот я нажимаю сейчас на правую кнопку мыши, а нажимается левая, глюк. Не стану меня бить, мне даже все равно. Так, А чё? Нифига себе. А чё у тебя шашек нет, где? Ну, они в сундуках, сейчас я тебя впишу в регион, блядь, и ты начнешь. Да, давай. Вот я тебя вписал, ну давай. Могу? О, да, реально. Твои, как его, скелетные, ты уходишь вот этими. А тут... Я хожу вот этими. А тут только скелет. Ну ты скелетный. А, я скелетный. А как их ставить-то? Ну твои на черных. Ну, короче, смотри, блядь. Вот это ходишь вперед.
если моя встает вот тут, а твоя тут, ты просто раз и ставишь ее сюда, а эту типа ломаешь и ставишь новую, и все. Да, давай. Что-то. А, вот. Все. Все, ломай одну и ставь ее на путь. Стой. На счет три начинаю. Давай. Раз, два. Три. Так. Сейчас. Ставься. Ставься. Все. Теперь ты ходи. Да что такое? Вот все. Так. Все, я тебя съедаю, получается. Как бы я тебя. Да. Так я тебя съедаю, все, я сюда хожу. Я в дамку сейчас вырубаюсь. Так, сейчас попробую, если ты меня так съешь, тогда вот так. Все, я в дамках. Вот, все. Я в дамках. Ах ты, дамка хренова. Я тебя победил, получается, отдавай мне дом. Ты снова съешь все мои, вот посмотрим. Я уже съел, я в дамках уже, все. Ну твои, вот и даже мои, вот эти остальные съешь. Да все, я уже съел, я сейчас ими. Все, дамка-то может есть все сразу. Я тебя сейчас убью, давай быстро. Все, я ем. Я ем, ты че на меня за хера ты убиваешь-то? Ты нечестно делаешь. Да потому что я тебе объясню, а ты все равно. Да ты нахрена меня убил-то? Я правильно все честно ставил, я тебя съедал. Тебе объяснил, а ты все не так. Ты должен был все съесть. Правильно, моих шахмат съел нечестно. Ну я-то, ты зачем меня убил-то? Просто бы объяснил. Да все, а теперь? У тебя есть какие-то бонусы? Да ты верни вещи-то. Ну ты снова как вот, да. Кит-бонус есть? Есть у меня кит-бонус. Ты ну вообще... если ты дашь кит-бонус, тогда я тебе верну. Я вещи. Тебе дам кит-бонус, только ты грифер. Сейчас, блядь. Вот, на кит-бонус, я тебе лично сейчас его выкину прям. Давай. Тебе что дать, с алмазов начать или с чего? Ну вот, ты что делаешь? Стоп, это кто меня сейчас кильнул? И понятия не имею, я тебя вообще не бил. Ты чё умер-то? Так. Сейчас, подожди-ка. Ты чё умер-то? Знаю, меня кто-то кильнул. Блядь, бесит уже, сука. А ты, не первый раз тебя убили, что ли? Ты где? Вот твои вещи лежат, забирай. Вон они там лежат, я их подобрал немного, я тебе сейчас отдам. Давай быстрее. Вот, держи. Вот твои ресурсы, держи. Вот. Вот, держи. Да кто меня все киляет, блядь? Я не знаю. Сука. Чего? Сука, бесит уже, сука. Я не знаю, кто тебе киляет. Быстрее сюда иди, пока у тебя ресурсы не пропали. Сейчас мусорщик придет, уберет твои ресурсы. Быстрее сюда беги. Я не могу все подобрать. Бегу. Я не могу все подобрать. Ты зачем меня-то бьешь? Чтобы ты, блядь, ночью. Да ты нахрена меня убил-то, дурак что ли? Потому что твои вещи тебе мои тебе. Да ты получается гриф. Да я гриф, лучше тебя. Все, это удаляю нахер с региона, что ты не нужен. Да ты нахрена меня из региона удаляешь? Ты мне вещи. Ты меня. Да что это такое? У меня молнии дубасит. Я не знаю, кто тебя молнии дубасит, но я на самом деле не хочу с тобой больше играть. Ты меня убил, ты меня обманул, и шашки все этого нечестная игра. Ну ладно, я просто так пошутил, на самом деле я тебе верну вещи. Ну да, а ты где? Ну я дома. Это сейчас что было? Что с моим домом? Что с твоим это, домом? Блядь, чего тут за сука такая, блядь? Что с твоим домом-то? 5 админ, это хуево, бесит уже. Что у тебя с домом-то? А, вот все, ладно. У тебя лагает, что ли, что? Ладно, спехай сейчас, я тебе... Это что такое? Блять, это что за сука? Это ты админ, что ли? Так а при чем здесь я? Чё ты меня-то обвиняешь? Ты я вообще... админа написал? Да ничего я не писал, мне нифига, здесь сами админы работают. Кто мне дом сейчас, половину дома сетнул? Да я не знаю, кто тебе дом, половину сет. Ладно, сейчас беру, тогда смотри, переезжай тогда. Куда ты переезжаешь? Ты мне еще вещи не вернул. Да что за сука, блять? Сука, бесит уже нахуй! Блять! Вот мои вещи. Так не злись, стой, давай, подожди. Я знаю, бывает лагает. Я тебе сейчас кол пропишу, меня к себе возьми и все нормально будет. Отлагает сейчас. Вот, кол я тебе пишу. Вот. И чё, это смотри, нормально? Стой, смотри, сейчас отлагает. Сейчас. Вот, я тебе говорю, что отлагает. Ты чё не бился? Чё я не бился? Не знаю, ты лагает. Бился. А ты чё умер-то? Блин, меня киляют уже, блядь, постоянно. То дом попадает, то еще что-то. Ты, блин, не бьешься.
Ты что делаешь? Я не бьюсь, я бьюсь. Почему я не бьюсь-то? Сейчас, где мои вещи? Все нормально. Ну все, ты пиздец. Я-то здесь при чем? Тебя кикнули. Кто меня кикнул, блядь? Да смотри, смотри, игрок Борис Барин кикнут Аблиз-222 каким-то. Сейчас, подожди, сейчас я приду. У тебя что, чайник там, что ли? Блядь, не твое дело, чем я, блядь, там занимаюсь. Ты больной, что ли? Сам ты больной, блядь. Слушай, ну ты грифер какой-то вообще. Ты злой грифер. Где? Тебя забанили? Кто меня, блядь, забанил? Тебя забанили на сервере. Блядь, ты... это ты меня забанил? Да при чем здесь я-то? Тебе написано, админы забанили на сервере. При чем здесь я вообще? Ты больной, что ли? Я вообще... пиздишь уже, сейчас я приду. Ты куда пошел? Сейчас приду, нож возьму. Нахрена тебе нож, ты дебил, что ли? Тебя зарезай. Ты больной, что ли? Все, блядь, я взял нож. Зачем тебе нож-то? Тебя наберусь, зарежу. Разбань меня. Я тебя не буду разбанивать, потому что я тебя не банил. Кто меня, блядь, забанил? Я не знаю. Подожди-ка, кикнул, знаешь. Блядь, это бань. Сейчас там другой тогда придумал, наверное. Ну я, в общем, не знаю, что с тобой делать, наверное. Тебе надо это... Слушай, что? Ну... Я тебя сбрасываю, наверное, со скайпа. Чего от тебя толку, я не знаю. Эй, верни аккаунт. Я тебе ничего не верну, я тебе ничего не забирал. Блин, ну сумка. Чё орёшь? Не надо, пожалуйста. Чё не надо? Чё сидишь опять здесь? Я тебе чё сказала? Я играю просто. Чё играю? Ты уйди отсюда сейчас. Удалю сейчас всё твой нет. Канал нахер отсюда не вообще. Думай. Уйди, сказала. Блядь, не надо. Отойди. Блядь, не надо. Ушёл, сказала. Сейчас, блядь, вот, сейчас, надо. Ага, сейчас, где тут? Убери руки, говорю. Настройки, сейчас, подожди, сейчас все удалю. Сейчас уйди, убери. Все, там, вот, все. Все, удалить, все. Все, удали, сейчас канал, вот этот экран. Иди. Ну, я говорю, все, сейчас, все, вот, нажимай, все. Все, удалила. Все, блядь, заебал, сука, уже тут с компьютером со своим. Блядь, за что, блядь? За что, блядь? Все. Что ты удалил мой канал, блядь? Ну за что, блядь? Ну-ка. Тебя удалили канал, да? Чё у тебя случилось-то? Блядь, мой канал, мама, блядь, удалил, сука. Чё, Happy Craft? Да, блядь, ну сумка, мой канал дорогой. Реально ну... удалила. Я зайду потом, ведь посмотрю. Блин, ну хотя бы разбань меня на сервер. Не, я тебя не разбань, всё, тебе толку нет. Эй, разбань! Не-не-не. Ты грифер. Пожалуйста. Не, вообще, все, пока, давай. Блядь. Да ладно, давай, пока. Вы знаете, я на самом деле зашел сейчас на этот канал, и он реально, этот канал был закрыт, он недоступен. Он реально недоступен. Хэппи, я забыл, Happy Craft, да, он называется? Он реально недоступен. Все, ему конец. Happy Craft. Как там, давайте, не знаю. Happy Craft, да, или как он там был? Happy Craft. Нет, это уже другие игроки. Но тот все недоступен. Конец ему. Все. Его нету в поисках. Мама удалил. Это было здорово, дорогие друзья. Было весело. Реально, мама удалил канал на ютубе сыну. Поэтому всем спасибо за внимание. Заходите на сервер Майнкрафт. Всем пока. И пишите в описании ролик. Всех жду. Всем пока.